А губернатор Ивановской области сегодня вызвали в Генпрокуратуру. Вопрос тупелевый. Он перевел 2 миллиарда 600 миллионов до окончания строительства ковидного госпиталя. Поторопился, так сказать. Наверное, объяснять не надо, что сразу строительство было закончено, а подрядчики миллиарды ушли в неизвестном направлении. Так вот, губернатору как бы вопросов-то вроде нет. Он-то говорит, что он хотел как лучше, а вот получилось как всегда. И у меня вот вопрос к вам. Как вы считаете, с какой должности в России должен все-таки за коррупцию должны расстреливать? Изменится ли ситуация в стране в целом, если расстрел ввести против коррупционеров?